Ой, вы посмотрите, не успела пригреть. Господи, видно их нет, вот они. Понимаете, а у них уже любовь. Он а что делается? Ой-ой-ой. Так, сижу, разбираю бусы, которые я купила в Мурманске. Вот для чего я их разбираю. Смотрите, какие тут элементики хорошие. Колечки прям такие. Вот такие бусинки у меня уже пошли в украшения. Вот такие вот разделительные бусинки. Кстати, очень многие девочки, которые занимаются украшениями, почему-то называют их проставочные. Это обычно разделительные бусины. Не знаю, вот кому как, а мне прям ухо режет. Так, ну вот, видите, и вот такие вот крупные бусины. Вот, так что вот сижу, ковыряюсь потихонечку. Смотрите, погода какая. У меня окно на улицу открыто. Правда, отопление в доме включено. Ну, не знаю, хочется прям уже вот, чтобы свежий воздух поступал. У меня там сохнут ботинки мои, коврики. Сейчас вот разберу бусинки и пойду на улицу мусор убирать. Такие перчатки себе купила. Вот такие. Вот пойду попробую, как вот у меня там ветки от розовых кустов. Они такие, у меня все, уже все пальцы поколотые, порезанные. Вот сейчас попробую у них. Ну что, первое мне не очень понравилось. У нее тут крылышко повреждено. Ну, я, конечно, постараюсь ее заделать. Но я взяла и сделала еще одну из гипса. Ну и теперь вот мне осталось разрисовать их. Мои хорошие, вы посмотрите. Посмотрите. 15 градусов. Вот это погода. Так, что-то мне не нравится вот этот скворечничек. Что-то мне хочется его задекупажить, что ли. Может быть, поставить на ножку. Так, надо подумать. Ой, вы посмотрите, не успела пригреть. Господи, видно их нет, вот они. Понимаете, а у них уже любовь. Он а что делается? Ой-ой-ой. Вот она природа-то, матушка. Ой, они вон там еще. Все, вылезают. Ну, эти тут смотри-то какой, ты посмотри, какой. Сексуальный гигант. А, не могу. Вот такую погоду я люблю. Когда не жарко, но уже и не холодно. А прям так хорошо. Ой, если постоит такая погода, то все попрет. Видите, нарциссы-то с тюльпанами уже давным-давно. Еще я в Мурманск уезжала, они уже вылезли. Вот это я люблю, когда на солнышке пригревает. Сидишь, как старая кошка, щуришься. Маська вот поел. И ускакал. Пришел рыжий кот, поел тоже, и все. И они поскакали вдвоем. Куда? Ой, кто его знает, где его мотает, носит. Что-то, блин, какие-то звуки странные. Так, пойду-ка я мусор выкину и посмотрю, что там такое. Горит, что ли, чего-то? Ну, это... Вон там с заправлением что-то. Жгут чего-то. И такой треск стоит прям.
что-то мусор. А, да, я не слышала сегодня, чтобы мусор вывозили. Вон, что творится. Вот сделала я из ПВА в молде вот такую штучку. Заливала 3 раза, она высохнет, я потом ее еще раз залью. Вот хочу попробовать. Покрасится она этим из баллончика краской. Сплошные эксперименты. Ну вот, облом. Трясу, новая краска. А она нифига не размешивается. У меня такое ощущение, что там нет шарика внутри. Ну, вот что это такое? Вот видите, я пробую, оно... Но это никак опять не золотая краска. Ой, господи. Ладно, еще потрясу. Так, она и не размешалась, ни шиша. Взяла другую. Вот эту вот сейчас. Вот видите, там слышно, что там шарик есть. Ну, покрасилась. Ну, не знаю, как она потом. Я просто никогда не пробовала такого. Ну, ладно, высохнет, посмотрю. Ну что? Ну, высохла. И вроде нормально, краска держится. Вон какая бабочка получилась. Из ничего. Девчонки, из ничего. Единственное, что у меня не хватает терпения. Это долго. 3 дня, вот, чтобы такую бабочку сделать. Ну, я, понятное дело, не одну ее делаю сразу там. Несколько штук, но вот такая вот бабочка получилась. Она немножко гнется. Вот, теперь можно что-то декорировать. Надо мне съездить в магазин, купить краски разного цвета. То вот так чего и покрасить нечем. Вон, видите, как яхтенный лак. Вот за 5 лет что с ним стало. Слезает. Так что, девчонки, кому нужно для декора, делайте сами молды, делайте всякие оттиски и вот что угодно можно делать. Ну, а я фонарик включу заранее, пока с вами поболтаю, а то потом и забуду. Все, мой жилец с работы приехал. А, такой мужик, господи. Я говорю, как дела? Он, да нормально все. Я говорю, ну ты заходи. Он говорит, да я устал, как собака. Сейчас поем, да спать лягу. Вот так вот мы с ним и общаемся. Утром, ну, увижу, когда на работу уходит. И то не всегда. Ну, вечером вот так. Ну, иногда, правда, при хорошем настроении придет поболтать. Вот. Было их 2, потом один уехал назад домой. Они тут, знаете, как эти, туда-сюда меняются. У них такая текучка, как в «Любовь и голуби» говорили. Так, ну ладно, пойду закат снимать. Вон какая красота. Солнышко потихоньку вправо двигается. Помните, зимой был он там, где столб этот на 2 ногах? Даже подальше. А сейчас вправо идет, вправо. Потом летом он там будет. Все двигается. Все идет, как было 1000 лет назад. Так и есть. Что хочу сказать, девчонки. Вот сколько прошло, как я приехала. Сколько?
Ну, почти будет 10 дней. Девчонки, а ведь ноги у меня тут так не болят. Прям вот так, как болели в Мурманске. Что я аж их мазала, и они все равно болели. Ну, может быть, знаете, еще из-за чего? Снег, наледь, вот эти вот, не пойми чего. Тяжело ходить, может, поэтому. А может, по-другому почему-то. Но тут так не болят. Ну, конечно, я там и ходила все-таки больше, чем тут. Тут я практически сижу целый день на заднице за столом. Надо двигаться, да, надо, но... Работа у меня в основном такая, что... Ну, что я по двору похожу? Завтра вот, если посылка придет, поеду на почту. Так опять раньше, когда ноги лучше были, так я и пешком ходила. Да даже 3 года назад, вот кто видео мои смотрел сначала, я постоянно ходила вот в магазин туда, через Воронцовскую аллею. А теперь-то я так редко туда хожу. Не знаю, надо, что ли, заставлять себя. Хотя тоже. Знаете, а врачи говорят, берегите то, что имеете. Если уже больные ноги. Тут фиг его знает, как оно лучше-то. Ну ладно, день сегодня был хороший. Вот сейчас посмотрю, сколько сейчас градусов. О, видите, 10 градусов. Солнышко уже садится. Хороший был день, теплый. Маська приходит только спать теперь домой. Утром встает, поест. Все, тут же нарисовывается какой-нибудь кот. Или кошка, не знаю. И все, и он с ними до вечера. Вот сейчас до сих пор его нет. А меня вот ругают. Ну и как его? Чего? Привязать дома? Фиг он будет теперь дома сидеть. Он уже свободу почувствовал. И все равно вредничает. Вредничает. Придет на ночь, и то нагадит. Стоит горшок, а он возьмет и нагадит. Он мне не может простить, как ему хорошо у Вити. Мы уже подумываем. Я переживаю, что его нет дома. Видите же, он так не убегал, потому что там полный дом кошек и котов. Ему и убегать не надо было никуда. В общем, ладно, посмотрим. Вон орут где-то коты. Вот как заорут, а я думаю, что это его рвут на части. Ну, а ему-то наплевать, ему что. Он как солнышко заходит за облачко. В общем, одни переживания. Из-за этих котов... А в то же время ночью ляжет тебе под бок, вот это заурчит. Ну, и все ему прощаешь. Ладно, мои золотые. Вот как красиво. Все идет своим чередом. Все нормально, чего и вам желаю. Давайте, мои хорошие, держитесь. Машин просто, как летом. Я думала, хоть лето пройдет, будет меньше. Вот смотрите, что творится.
что с летом будет? Это говорит о чем? Что народу все больше и больше. И переезжают, и приезжают отдыхать не только летом. Поговорить не дадут. Так, это кто там? Кот черный? За остановкой. Нет, какой-то другой. Ну ладно, мои хорошие, давайте, не болейте, не грустите. Пусть все будет хорошо. Так, это что за кот? А, черный. А что это ты мимо? Такой деловой, даже голову не повернул. Как жрать приходит, так, блин, мяу-мяу. Ой, коты вот не зря говорят сами по себе. Ой, а вон солнышко уже, смотрите, ниже. Ниже облачко. Ой, девчонки, я вам, наверное, надоела нафиг со своими закатами, а? А у меня, знаете, вот это уже как ритуал. Я все бросаю, и если есть закат, иду. Заодно и глаза хоть немножко отдохнут. Ведь сейчас приду же опять сяду. Да и так постою. Вон, смотрите, красота какая. Ни ветерка нету сегодня. И с вами поболтаю. Я говорю, я так в Мурманске пока была, вот этот почти месяц, да в Сочи потом. Я так соскучилась вот по этим рукодельным делам. Я не могу остановиться. Вот сегодня два сделала украшения, третье начала, но не могу остановиться. Ну, еще беда, что никак белый цемент мне не найдут поближе. Вот, а этот цемент у меня, который, ну, обычный этот, серый, я его как следует не закрыла на зиму, и он весь там превратился в камни. Не, ну, можно его, конечно, порастолочь, но это, там его и немножко осталось-то. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ. А где Маська? Где Маська? Люди, вот посмотрите, сколько мусора, а. Вот это ужас. Пакеты, пакеты. Вот соберу, соберу. Смотришь, через два дня опять. Вот пачка сигарет. Вот откуда она здесь? Вот скажите, вот ее не было. Откуда она здесь? Это что, вот человек пошел на остановку, да, и в сторону выкинул. Так получается. Что мне тут, помойка, что ли? Ну что, есть хочешь? Сейчас, подождите, ребят, я сейчас поужинаю и вам соберу. Видите как? Это они ко мне идут. Прыгают тут низко, вот на туалет, на летний. И все, по дереву там рядышком они и так прыгают. Туда, где вот олененок стоит. Ну, фонарь и олененок. Все, и вот они ко мне заходят. Вот, ну ладно, мои золотые. Давайте, вон уже и солнышко сейчас сядет. Итак, сколько времени я с вами проболтала-то? Батюшки мои, 7 минут. Ничего себе. Вот сколько времени я у вас отрываю. Вот, так что, девчонки, я говорю уж, ну, кому не нравится, что я стою тут, болтаю на закате, ну, не смотрите. Ну, а что, я вам и так-то показываю, рассказываю, как я живу, ну. Ой, я что забыла-то вам рассказать? А то опять же начнут меня спрашивать. Ну ладно, мои золотые, это уже не сегодня. Я вам завтра расскажу.
Ну ладно. Давайте, мои золотые, хорошего вам вечера, спокойной ночи. Пусть все будет вот так спокойно. Ну, без машин, конечно. Пусть будет тихо, без ветра. Чтобы на душе спокойно было. Вокруг, чтобы все спокойно было. Давайте, мои золотые, до завтра. Пока-пока. Always a moon when the tide is